Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться с вами рецептом вот такого красивого, вкусного творожного десерта. Клубничная нотка отлично дополняет творожную основу. Готовится несложно, выглядит красиво, слои не смешиваются. И впоследствии вы поймете почему, если досмотрите это видео до конца. Я думаю, что такой десерт оценят ваши дети, даже те, которые неохотно едят творог. Итак, приступим. Протрем через сито ягоды клубники. У меня замороженные, если берете свежие, добавьте чуточку воды. Добавим к смеси сахар, крахмал, интенсивно помешивая, проварим ее. Смесь сразу загустеет. Ягодная основа готова. Накроем ее, чтобы сверху не образовывалась пленка. Для творожной основы в творог у меня 5% жирности добавим щепотку соли, сахар, ванилин, ложку сметаны, мягкое сливочное масло и все соединим с помощью блендера до полной однородности. Вот такая смесь должна получиться. Я бы даже сказала крем. Перекладываем в кондитерский мешок с насадкой «Закрытая звезда». Ягодную смесь тоже перекладываем в кондитерский мешок, концентрируем содержимое ближе к выходу. Отрезаем небольшой уголок и вставляем его в середину мешка с творожной смесью. Таким образом мы предотвращаем смешивание двух основ – ягодной и творожной. Отсаживаем содержимое в красивую посуду. Вот так красиво смотрится десерт, так что советую вам приготовить такой. Всего доброго, приятного аппетита!